The building cannot, so don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Right then! Good one, mate! Thank you.
This is a bucket. I'm sorry, mate. Я не понимаю, почему курица самая блатная из них. Почему именно на курицу надо реагировать именно мгновенно? Почему не на медведя? Игра называется «Медведь». Фредди, мать его, медведь. Вот сейчас сработало. Отвечаю, сработало, я тебе в пузо плюну. Плюну в пузо, будешь потом отмываться, а мою харчу не отмоешь, когда я злой. Я тебе серьезно говорю. До свидания. О, смотри! Старого Фредди нашел этого золотого, желтого, зеленого, как его называют. Старый медведь стоит, ему насрать вообще-то меня. Он стоит, он как бы дурной. Медведь, на. Прилез, собака. Беложопая, в смысле он синий? Но жопа у него по-любому белая, потому что я им сейчас напарю ее, потом она будет красная и синяя, а потом атрофируется и отлетит. Тихо. Спокойно. Пацан, что ли, пришел? Ну, конечно, естественно. Все, он мне все поломал. Нахер тебя. Пиццерия Фредди Фазбера. Новая и улучшенная. Привет, Фредди. Привет, Бонни. Ты не видел охранника? Он опять не надел свой костюм. Ты же его знаешь. Да, но рано или поздно мы его найдем. Это сложно, учитывая, что он носит запасную голову Фредди. Ну, как ты видишь, его здесь нет, так почему бы тебя не поискать где-нибудь еще? Охранник, я тебе такую тряпку устрою! Проклятая! Стоп, ты видел охранника? Да, вот охранник, тут сидит! Нет, это просто Фредди. Нет, он делает эту штуку с запасной головой Фредди. Ну знаешь, трепается с твоим лицевым сканером. Ау, твою... Если это Фредди, то какого черта он светит в мою морду своим странным фонариком? Ну очевидно же, ты его пугаешь. Я его пугаю? Я тебе этот фонарик так глубоко засуну! Фокси, успокойся! Нет, я единственный в этом треклятом месте могу разглядеть сквозь его маскировку! Эй, пацан, подстрахуй меня! Мне без разницы, Фредди, это или нет. Я лишь хочу уложить свои ручки на его сочные, сладенькие пальчиками батарейки. С меня этого хватит! Покажи им, что ты охранник! Это игрушечный пистолет. А знаешь что? Где Фредди? Двух Фредди быть не может, да? Фредди! Йоу! Погляди-ка, теперь в комнате два Фредди! Клёво! Бонни, мать моя лиса, я тебя ударю! Ребят, а что тут происходит? Мы ищем охранника! Он и есть охранник! А мне кажется, это Фредди! А я, вашу мать, ты Фредди! И куда ты направился? Да пошло оно всё одно! Я не понял, что тебя смутило. Бонни, слушай. А, стоп, который сейчас час? Привет, ребят. Эй, Мэнгл, который час? 5:59, а что? 5:59? Вот ваш охранник. Охранник? Охранник? Батарейки. Нет, нет, я Фредди, не так ли? А, блин! Озвучил и перевел Владимир. Ищите работу получше.